Олександр Суганяка, 158 виборчий округ, Сумщина, партія простих людей. Шановні українські народи, шановні колеги, минулого тижня було обрано новий уряд на чолі з новим прем'єр-міністром України і затверджена програма дій уряду. Партія простих людей проголосувала за відставку Яценюка та переобрання на цю посаду Володимира Гройсмана, але склад уряду та його програму я разом з лідером партії простих людей Сергієм Капліним не підтримали. Хотів би акцентувати увагу на наступному. Ми вважаємо, що не тільки збільшення складу уряду є зайвим, але й сама програма нового уряду викликає багато запитань, як у народних депутатів від партії простих людей, так і усього українського суспільства. По-перше, це не програма, а загальна декларація. Але від у ній проглядається підтримка курсу минулого уряду, який був побудований під впливом Міжнародного валютного фонду і є своєрідним курсом на ліберальну економіку. Шановні друзі, в Україні майже 13 мільйонів пенсіонерів, що становить майже третину від загальної кількості громадян України. Яка тут може бути ліберальна економіка, головне гасло якої – збагачуйтесь. Пенсіонери не можуть збагачуватись. Вони вже все зробили для цієї держави, і вони очікують соціального захисту з боку держави. Партія простих людей принципово стоїть за підтримку соціал-демократичного курсу, де є переход на рейки соціально-орієнтованої економіки, з підтримкою своїх товаровиробників, націоналізацію, чи хоча б державним контролем за природними монополіями, цінами, і найважливіше – це закріплення на законодавчому рівні прав працюючих, законодавче закріплення частки заробітної плати у виробленій продукції. До речі, скоро ми будемо святкувати День міжнародної солідарності трудящихся. Тому ми виступаємо за посилення ролі в державі профспілок і взагалі за розвиток інститутів громадянського суспільства, бо тільки сильне громадянське суспільство може побудувати сильну державу. Стосовно діяльності профспілок, їх проблем, перспектив їх розвитку, я передаю слово для виступу голові профспілки працівників рибного господарства України Михайлу Петрову. Пане Михайле. Добрий день, уважаемые граждане України, добрий день, браті і сестри. Хотілося б сказати, що на сьогоднішній день не тільки в рибній отраслі, але й во всій економіці, на всіх підприємствах нашого государства имеються проблеми. Підприємства розвалюються, робочі місця сокращаються, нет производства, нет возможности человеку труда зарабатывать себе на жизнь. Ну и в этих условиях, значит, есть представители профсоюзов, которые четко отстаивают свои интересы и поставленные задачи трудовыми коллективами. Они стоят за четкое, прозрачное разделение того заработка, который, тех доходов, которые зарабатывают предприятия. Ну и всем директорам данные подходы и данные такие желания по душе. Возьмем, к примеру, директора Херсонского производственно-экспериментального завода по выращиванию молоди частиковых рыб Донцова Ивана Вакулевича, значит, который, значит, когда председатель правкома вместе с правкомом возразил после неправильного разделения премии, выступили со своей позицией и не согласились с решением администрации директора, то директор проработал вопрос, инициировал массовое написание заявлений о выходе из профсоюза работников рыбного хозяйства, тем самым ослабил профсоюзную организацию. То же самое можно сказать и по начальнику управления охраны и возобновления водных живых ресурсов по Киевской области, это Литвиненко Вадима Александровича. Также председатель правкома выступил с инициативой и с претензиями по непрозрачности распределения тех функциональных обязанностей. Значит, были сфабрикованы и подготовлены однотипные заявления, и весь коллектив, значит, написали заявление
под давлением руководителя, который использовал свое служебное положение под угрозой, не напишите заявление, будете завтра уволены. Значит, написали таковые заявления, провели это через профсоюзный комитет, который собрался в количестве 5 человек и провел эти заявления через протокол. Таким образом, несмотря на тяжелейшие условия труда и быта, провальную экономику в Украине, находятся директора, которые ведут себя таким образом с представителями трудового коллектива. До тех пор, пока есть работодатели, до тех пор, пока есть власть, и должны быть представители человека труда, который на сегодняшний день представляет профсоюз. Без простые люди не смогут достучаться до нынешней власти и до можновладцев. Почему я говорю, если на сегодняшний день, вы помните, что в течение двух лет ушедший Кабмин, значит, ни разу не встретился с представителями самого большого объединения, это Федерации профсоюзов Украины, ни разу не пришел ни на одну встречу. До сегодняшнего дня не заключено генеральное соглашение. Также не пришел ни один чиновник из высшего органа, из высшего ранга, то ли администрации президента, значит, на встречу с представителями Федерации профсоюзов. Это о чем говорит? Значит, на сегодняшний день, что они не хотят общаться с представителями трудящихся. В то же время хотел бы вам напомнить, когда была революция чести, то нынешние люди, которые находятся в верхних эшелонах власти, размещали в Федерации профсоюзов свои штабы и руководили всем этим процессом на Майдане. Но когда впоследствии здание сожгли, указанные товарищи не пострадали. В конечном итоге, благодарность какая? Значит, на сегодня продолжаются судебные тяжбы по изъятию из управления Федерации профсоюзов народного имущества членов профсоюза. И это бесконечная цепочка этих действий судебных. Просто-напросто отвлекает и не дает нормально работать членам профсоюза и руководителям профсоюзных организаций. Что еще хотелось бы сказать? Сегодня есть много других проблем, которые нужно было бы решать нашему правительству и новому кабинету министров. Обращаюсь с просьбой к новому составу кабинета министров, к новому министру аграрной политики, председателю кабинета министров, к вице-премьеру, с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в распоряжение кабинета министров по изъятию из управления наших учебных заведений. Это Одесское мореходное училище имени Соляника, это Херсонское мореходное училище, это Белороднестровский техникум, это специализированное учебное заведение, которое выполняет заказы рыбной отрасли и призваны готовить специалистов для нашей рыбной отрасли. Рыбная отрасль – это единый целостный комплекс. Если на сегодняшний день позволить себе таким вот образом вычленять отдельные сегменты из рыбной отрасли, то можно доработаться до того, что останется одно руководство Государственным агентством рыбного хозяйства, и на этом будет точка. А как же выполнять программу по выращиванию водных живых ресурсов, по насыщению продуктами питания, такими очень важными для государства Украина, как рыба? Значит, этого всего не будет. Поэтому надеяться на то, что Мы завезем все из Запада, из-за границы, это неправильно и не отвечает нынешней ситуации. Мне кажется, что нужно на сегодняшний день и правительству, и президенту, и премьеру во главе с правительством обратить внимание на наши требования, которые предлагается разрешить. И вместе с нами, вместе с партией простых людей, которая отстаивает интересы рядовых членов профсоюза, простых граждан, отстаивать наши с вами интересы для того, чтобы настало справедливое время, где человек труда будет замечен, и все будет направлено для того, чтобы человек труда нормально работал и мог спокойно жить и не страдать, а действительно жить, воспитывать своих детей, и чтобы на нас с вами будущее поколение не показывали пальцем, что мы не смогли ничего сделать для того, чтобы обеспечить им нормальную и безоблачную жизнь. Спасибо, уважаемые коллеги. Слава Украине!